В Карачаево-Черкесии проходит образовательная мастерская национального гостеприимства. 10 лучших команд страны съехались, чтобы поделиться положительным опытом межнациональной дружбы. На презентации проектов побывала наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джанкезова. Организаторами мастерской национального гостеприимства является Молодежная ассамблея народов России «Мы россияне» при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии, Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи. Ассамблея существует больше 20 лет, объединяя юношей и девушек разных национальностей на территории всей страны. Мы приехали в республику Карачаево-Черкесия для того, чтобы провести здесь мастерскую национального гостеприимства. Мастерская национального гостеприимства проходит в рамках проекта, поддержанного президентским фондом культурных инициатив. И эта мастерская объединяет лучшие проекты, лучшие команды со всей страны. Более 30 человек из Томска, Омска, Казани, Москвы и других регионов представят свои проектные сценарии, основанные на исследованиях традиций гостеприимства. Наш проект называется «Гастрономический навигатор». Мы создали приложение, которое позволяет заказывать пищу, и при этом есть доступность приложения получить рецепт этого блюда и позволит разным категориям граждан знакомиться с культурой и с кулинарными изысками представителей регионов России. Для проведения мастерской гостеприимства Карачаево-Черкесия выбрана не случайно. Наша республика является одним из наиболее многонациональных регионов страны, обладающая многовековым положительным опытом межнациональной дружбы. Кроме главного организатора, ни один из 20 участников в Карачаево-Черкесии раньше никогда не был. То есть мы смогли привести сюда людей, которые увидят наш край, узнают нашу культуру, изучат наши традиции гостеприимства, их сложат тоже в свою копилочку. И такие проекты позволяют обмениваться опытом, каждый регион делать сильнее, ближе друг к другу, обмениваться и культурным, и молодежным, и проектным опытом. И, конечно, для нас это очень важно, потому что мы через такие, казалось бы, маленькие проекты, но их много, вот так связываем страну, ну и продвигаем культуру нашего любимого региона. За 4 дня участники вместе с федеральными экспертами, этнографами и представителями сферы гостеприимства доработают свои проекты, научатся взаимодействовать с партнерами и находить ресурсы для их реализации. Мурат Шанкезов, Алибастанов, Вести Карачаево, Черкесия.